Приветствую, друзья, на канале Across Outlawers. Сегодня в видео мы будем кататься в новую потасовочку под названием гранатометы. Давайте посмотрим, что же там за гранатометы у нас будут стоять, и попробуем занять первое место по команде. Ну вот, мы уже появились в потасовочке, у нас тошики, хотя я поначалу думал, что это будут дробители. Так, ну тактика здесь очень простая, это фигачить просто в задницу. А потому что сзади у нас стоят бочечки, которые мне уже благополучно взорвали. Нам, кстати, подписчик подрубился матроском 50-50, меня он уже все узнают в потасовке, потому что новая потасовочка вышла, и все знают, что я пошел снимать видосик. Так, ну поехали. Кстати, кто хочет, можете заходить в наш Discord-сервер, ссылочка есть в описании. Можете заходить, общаться, в принципе, в видосики, если хотите попадать. Так, ну а мы пока покатаем... Нагибаем здесь, так, есть, пока что нормально. Ну, кстати, с тошками поинтереснее. Если бы были дробители, то, мне кажется, не особо интересно было бы. Там с ними дольше пришлось бы всех взрывать. Здесь же с тошком пару раз в эти бочки стрельнул, и все. Я так подозреваю, что здесь еще где-то стоит газген, но я его пока что не увидел. Ну и смысл тут очень простой. Просто надо командой набить 10 тысяч очков. И кто первый набьет, тот и выиграет. В принципе, очень просто. Так. Спереди, видимо, ничего такого взрывоопасного нету, но это было понятно. Только сзади он, смотрите, такой взрывпакет из двух бочек. Ну, в принципе, все. Вроде как больше ничего такого сверхъестественного здесь не стоит. Барток, привет, это тебе. Красавчик, что развернулся. Не, ну тактика очень простая. Просто стреляешь в задницу. Все, тут даже думать не надо. Так, у нас 968 очков пока что. Ну, неплохо, мы пока что выигрываем. Ну-ка, вон там. Все стоят у нас. Погодите, Лойер сейчас всех уделает. Ну-ка, погодите. Так, тут что-то вообще дофига. А, один остался. Было дофига, стало что-то маловато. Браток, у тебя перегрев, да? Понял, понял. Хотя тут стоит, кстати, две нерпы. Тут перегрев достаточно долго. Так, хорошо. О, чувак там стоять. На тебе задницу. Есть. Ну-ка, о, еще один. Так, все уделали. Я уже на второе место вырвался. Мне один тошек, правда, отстрелили. Ну и ладно. Сейчас взорвусь просто. Я не знаю, успею, не успею взорваться. У нас 10 тысяч очков практически уже есть. Есть, давайте вот этого добиваем. Патрончиков, кстати, вообще за глаза хватает. Здесь боевых, этих боевых пропусков. А, боезапасов нету вроде как. Но боезапаса даже в стоке тошнителя хватает. 60 этих снарядов. Вообще за глаза. Так, ну давайте на первое место попробую вырваться. Пацаны, пустите. Вот только непонятно, почему у нас красная команда розовая. Не знаю, почему. Так. Ну-ка. Да дайте мне кого-нибудь уже добить. Я не знаю. Кого-нибудь. О, браток, это тебе. Держи. Есть, на первое место я вырвался все-таки. Сейчас попробую удержать. Держи, 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 держи. Есть. Все. Это первое место. Это победа. Это просто зашибись. И у нас 2266 очков. И первое место среди всех. Это просто классно. Поехали в следующий бой. Насколько я понял, здесь у нас всего три карты. Это Наукоград, Крепость и Мост. Вот нам опять сейчас мост попался, но в принципе ничего страшного. Так, поехали. Браток, привет. Что-то он прям стоит, даже не понял, что тут делать. Так, еще один, привет. Вот неудачно мне сейчас могли взорвать вообще легко. Есть, уделали его. У меня пока что даже первое место по команде. Неплохо. Так, я постоянно что-то даже в синей команде спавнюсь. Хотя забавно то, что красные розовые почему-то, а не красные. Ну ладно, я что-то красную все равно не хочу, поэтому ладно, синие. Так, ну пока что легко, мы пока что даже выигрываем по команде. И первое место у нас есть, и команда у нас выигрывает. Так, тоже уделали. Блин, вот прям чувака можно было... Сейчас меня уделают. Вон, меня все узнают, да-да-да, всем привет. Подписчики узнают. Ой, я даже добил даже кого-то, вот это просто класс. Так, поехали дальше. Сейчас мы уже что-то проигрываем, пацаны. Как же так-то? Давайте, тащите. У меня уже 952 очка, а у всех что-то 426 максималочка. О, еще один клиентик. Ну-ка, стой. Стой, стой, стой. Где ты там? Меня уже за мной охоту начали, прикиньте. Так, давай, стреляй по бочке. Это по бочке. Что он не стреляет? Спасибо за помощь, Матроскин. У меня уже, правда, от тачки ничего не осталось. Да, он за мной охоту уже открыли все. Что за мной поперлись все? Я не знаю, что я вам такое сделал. Так, меня догоняют даже в противоположной команде по очкам. Мы пока что почти проигрываем. Так, нормально. Давайте взорвем еще кого-нибудь. Давай, взрывайся быстрее. Меня уделали, не успел.
Так, меня обогнали, кстати, здесь и команды тоже обогнали. Давай быстрее, поехали. Тут у нас прям вровень практически бой-то идет. Обычно одна либо команда тащит, либо сливает. А здесь, блин, все вровень. Так, пацаны, красавчики. Союз! Что ты сделал? Не на... Блин, сам себе там все подстреливал. И союза еще завалили нашего. Меня сейчас завалят. Ну просто зашибись. Все. Догнали меня. Короче, вот этот чувак, который меня догонял. Понятно все с тобой. Ну-ка, давайте поехали отомстим. Мы с подписчиком, кстати, на первых двух местах по команде. О, наша команда отыгрывается. Нормально. Ну, кстати, неплохо кататься вот на тошках, как мне нравится. Этого уделали. Вон еще следующий у нас. Просто тут можно поливать без остановки. Здесь нервы стоят. Главное, конечно, патроны, чтобы не закончились. Но, в принципе, их хватает. Потом тебя грохают просто-напросто. У тебя же патроны все равно появляются новые. Есть. Вот так вот. Почему-то когда-то взрывается весь крафт, а когда-то половина крафта. Я не понимаю, почему. Хотя я каждый раз по одному и тому же месту стреляю. Ну-ка. Погнали дальше. Вот в этом бою мы даже еще больше набрали очков по команде. И у нас, походу, опять победа будет. Но не факт. Нам осталось практически 1000. Ну-ка. О! У того стреляй, 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 стреляй. Есть. Подписчика нашего только уделали. Ну-ка, держи. Нет! Да как так-то, блин? Ну все, до свидос мне. Да, меня уделали. Давайте, 300 очков осталось. Давайте, пацаны, тащите. Чуть-чуть осталось совсем. Просто поливаем. Это град из снарядов. Давайте. По одному, пожалуйста. О, все, до свидос. Смотри, сейчас этого завалю, и будет просто победа у нас сразу же. Держи. Все, победа у нас, наконец-таки. И сколько же я очков в итоге набрал? 2000, ну, 2500 практически. И у нас первое место, опять же, по команде. Поехали в следующий бой. Ну вот, нам наконец-таки попалась другая карта. Ну-ка, град. Ну, поехали уже на этой карте, посмотрим, как катать. Ну, в принципе, без разницы, где катать. Здесь тупо стреляешь по бочкам, и все. Вся тактика, это, наверное, самая простая потасовка, которую я катал. Так, поехали. Фигачим вот этого. Что, опять победа, что ли, будет? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне тут в задницу прилетело. О, привет. Да, походу, что-то какая-то легкая победа будет. У нас просто толпа ездит. И по одному все приезжают. Ха-ха, нормально. Так. Ну, давайте с толпой кататься. Это эффективнее будет. Во, еще один. Они спавнятся тупо по одному. И едут на нас по одному. А мы, я не знаю, по спавнам едем просто по кругу. Их каждый раз грохаем, они даже ничего сделать не могут. Вот такая вот тактика, поэтому не разъезжайтесь особо. Как только заспавнитесь, езжайте к толпе своей. Потому что поодиночке вас очень легко взорвать. Вот мы просто со всех сторон, получается, ездим. По бочкам стреляем, там просто от крафта ничего не остается. Вот что-то нас прижать начали. Блин, Тошек потерял. Кто там стреляет-то нам в спину, блин? О, не доехал ты до меня чуть-чуть, браток. Все, до свидос. Нормально, там челик есть. Давайте гасить его. Я поеду чуть дальше. На одном месте как-то не классно крутиться. Где все-то, блин? Все на одной точке тупо, смотрите, месяца. Никого нету. Ну ладно, будем здесь тоже. Как все. О, приехал еще один. Давай, 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 фигачим. Кстати, я не посмотрел, сколько награды дают за победу. Что-то я как-то забыл совсем. Ну ладно, вы, в принципе, наверное, видели. В этом бою я скажу точно, сколько нам дают за победу. Ну, за первое место здесь уже вряд ли. Но в прошлых боях можно, в принципе, посмотреть, сколько мне там давали. Ну, мне кажется, где-то 21 талер примерно. Так. Мы опять тащим. Короче, у нас сегодня день побед, реально. У нас 6, ну, 7 тысяч уже очков, а у них даже 4 тысяч нету. Нормально. Ой, засмотрелся, блин. Классно. Вы просто зажали сразу же, меня завалили. Нормально. Поехали. Сейчас докатываем. Наверное, последний раз я заспавнился, и бой у нас закончится. Поехали, вот так еще сделаем. Может быть, по кому-нибудь-то и попаду. Так, кто-нибудь нарвется на мой град или нет? Нет, никто на мой град не нарвался. Здесь у нас, наверное, пятое место как раз будет. Я пока доехал, тут уже всех уделали. Подождите, от меня кого-нибудь оставьте, хоть кусочек от кого-нибудь. Так, есть двоих уделали, а этого сейчас третьего. Давай, давай, напоследок врываемся, типа всех взрываем. Да, о, Газген тут еще стоит. Да что ж ты не взрываешься-то? Какой бессмертный попался, а? Свой тошный день, пока взорвал его, потерял. Где еще этот? Это союз у нас. Ну все, 300 очков до победы осталось. Есть. Все. Опять победа, вообще легко у нас все получилось.
Так, и у нас 1222 очка всего лишь и четвертое место по команде. Ну, прошлый бой был лучше. В общем, что это за потасовочка? 28 талеров нам дали, кстати, не за первое место, причем это классно. А, нет, 26 точнее, это было за прошлый бой. В общем-то, неплохо катать, мне эта потасовка понравилась, одна из самых лучших, прикольных и быстрых, самое главное. Еще и самое главное, награду за нее тоже неплохо наваливает. Ну, в общем-то, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.